Просыпаешься утром и совершенно случайно натыкаешься в Ютубе на каких-нибудь добрых граждан, которые все больше рассуждают о национализации имущества артистов российских. Ну, поскольку я все равно родом с Украины, я помню эту пословицу: кто всрався? Невестка. То есть кто виноват во всем? Ну, конечно же, артист. Поэтому я решила не дожидаться национализации, а сдать имущество добровольно. Так, принимайте. Березка русская, две штуки. Туи. Вот, туи слегка обоссаны моей собакой. То есть вам придется взять секатор, и за всем этим вообще надо следить. Траву надо подкармливать. Ну, секатор только возьмите свой. А, и еще. Сейчас имущество действительно все перепишу. Вот еще елочка, заборчик бетонный. На всякий случай хотела сказать, значит, в доме есть туалет и унитаз. К нему прилагается ёршик. Это я, опять-таки, простите, ни на что не навекаю. Просто экскурсовод зимнего мне рассказала, как в 17-м взяли зимний, зачем-то разбили этрусские вазы и насрали на паркет. Поэтому напоминаю, у меня в доме унитаз. Ёршик я оставляю национализатором.